на немецком языке в Парагвай, согласно этнолог, разговаривает около 166 тысяч человек, из которых 19 тысяч владеют немецко-плацким и стандартным немецким, и еще 19 тысяч только немецко-плацким. Значительная группа людей среди немецкоязычных жителей Парагвая – это немецкоязычные меннониты, которые эмигрировали в 1927 году, главным образом, из России, после следующей миграционной волны из Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Ее количество составило уже 45 тысяч или 50 тысяч человек. Они проживают, прежде всего, на северо-западе страны и в Чака, где их численность незначительна. Но они обладают определенными привилегиями и экономическими благами. Они говорят в большинстве случаев на нижненемецком. Тем не менее, верхний немецкий играет знаменательную роль в меннонитских колониях, в частности, в церкви, образовании и управлении, а также как язык средств массовой информации. От 5 до 7% всего населения Парагвая составляют лица немецкого происхождения. Во времена правления диктатора Альфредо Стриснера, который сам был немецкого происхождения и занимал президентский пост с 1954 по 1989, десятки тысяч немецкоязычных бразильцев эмигрировали из Бразилии. Только в 1973-1974 их было 42 тысячи, прежде всего в департаментах Льтопарана, Каасапа, Итапуа, Каниндию, Кагуасу и Сан-Педро. Только в этих департаментах более 100 тысяч бразильцев немецкого происхождения живут сегодня в 9 крупных поселках и 45 окраинных селениях. С уходом Стриснера в феврале-марте 1989 к ним присоединились еще 150 тысяч человек немецкого происхождения. Источники: Карл Люк Паньер ин Аргентини, Чил, Парагуай и Венесуэла, Дурч Бергуэльт и Руолт und Стипер Вандерт Волкскунд дер Дилч Сперчайген Сиедлер Инсбрг, Тайроле Верль 1976, ISBN 3-70-22-12-33-7, Лангуаж Сов Парагуай, этнолог, проверено 12 января 2012 года, архивировано из первоисточника 18 мая 2012 года.